Да. Начинайте двигаться. Куда? В тыл. Ну, по вашей красной полосе. На этих забиваю, значит? Да, походу тут просто боже. Бэха на аэро. Примерно напротив ангара с запада. Ну, блять. Да-да-да. Может, попробуйте достать. Мы там не подойдем нигде толком. Пуск, 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 ПТУР пошел, ПТУР пошел! По танку, ПТУР. Прямо от ангара. Мы можем попробовать, мы можем в синий попробовать зайти, нам можно в синий зайти. Вот я хочу попробовать. Пробуй, пробуй. Она, по-моему, едет на север по лесу. Что-то мне показалось. Их видят, блять, они нихуя не видят. А, не, не, показалось, мать. Он тебя не слышит, скорее всего. Ну я их тоже не смотрю, а ты ушел. Ты ушел с аэродрома? Да, мы ушли оттуда, Викер. Там остался Джимми. Джимми вам ставит метки на бэхе. Ты с ним все сдержан? Ну, кое-как тут уже последнее. Контакт ближний. Терпал, слышишь? Понял, понял, да, да. Русские, зеленые. Передо мной 100 метров они. На восток. Ты бежишь по лесу? Нет, я... О, там отделение, ёпта! Где? От меня 120 отделений, серпов. 120. Понял, понял, между нами. Вот тут дал метку. Просто отделение топает по лесу. А, на востоке, понял. Да-да-да-да. А, в сторону? На север идут. Отлично, я пошел заходить к ним в тыл. Просто фулл отделение, капец, мы там не пройдем сейчас. Короче, шестеро или семеро там серпов. Я понял. Лекер, ты южнее чертова, можно где-то засесть на время, посмотреть высоты? Нет? Тут высоты спалили.
Смотри, они все в нашу сторону залезли. Я работаю. О, да-да. Кажется, я прошел еще одно отделение. Возвращаюсь. Короче, меня возможно убить, я прям стрикер. Да, маг, у нас на западе противник. Давай, это можешь идти к ним, они сейчас все на меня отойдут. Майк, приходи на КВ. У нас на 11 ГП. Да, вот бери восточник, видишь мою метку, тебе надо юго-восточник пойти, и вдруг зайдет. Короче, Мак, мы мертвы. Мак жив, нет? Точно работает. Не знаю, что вот с запада по мне. Да, вижу, что на нас противник. Кардан, мы мертвы, на нас противник. Я понял. Ходите на КВ-2 потом. 107, Алексей. Когда? Залегли, сделали по возможности сдвиг по КВ. Еще раз повторяю, сдвиг по КВ. Все, благодарен. По мне ГП шот. Не могу помочь. Забей. Пока нормас. Ярче, меня сейчас слышишь на сдвиг? Ярче, слышишь? Проверка. Тут минус отделение, остальные ушли на восток от моих меток. У них техника еще есть? Врага техника есть еще? Не брать семерку или не брать, скажи мне. Под огнем. Ну пока на ДВ.
смотри внимательно еду. Но одна на аэродроме, аэродроме одна. Высаживаю и сразу от города, отъезжаю. От города с востока подальше едьте. Может там трубач какой-нибудь. У вас сверху чисто никто не выглядывает. Тут за камнями у вас должен быть. Да, пожалуйста. Кто? Вот это он впереди. Тут скипы. Говорю, что скользит, ползает, смотрит на нас. 8 косой, он не мог ни разу попасть. Да вообще косоглазый, ему в лицо тоже попал. Посмотрите. Аккуратно могут скифы, быть еще. Скифы. Но они сейчас спустятся. Значит еще есть. Сейчас, говорят, спустятся к нам, слышишь? На КВшке говорят. Они говорят про нас, что мы сейчас к ним спустимся. Они в промежутке, значит. Да. Между холмами. Да нам с запада. Запада, запада, Вейкера. Попали, попали. Я же на высоте. Вот раненые. Вейкера, запада. Мы не двигаемся, нас накроют. Мы если уйдем, у нас просто спина стреляет. Убил одного, сдавай, убил одного, сдавай. С домиком 220. Я буду КПшки просто туда, давай. Вижу за синим. 320. Вот к ДКП, да? Я не знаю, пример. Снял его. Хорош. Мы все равно не уйдем. Он отсюда пол, ты понимаешь, все равно. Нет, совсем долго. ДВшка есть у кого-то, нет? У меня есть. Выйдем на ДВшку, потому что мы походу потеряли. Ну, то есть пока. На свейкер минус, да. Блять, все открыто стою. Сейчас. Мужики, мне нужна помощь. Сейчас спалили. Я ГПш. Меня ГПшит, он сказал, слышишь? А кто ГПшил? ГПш туда еще, ты его ГПшишь. Понял, 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 можно сейчас. Он в камнях, значит, снизу, он в камнях снизу. Кто возле медтранспорта только что бегал? Я. Мне ГПшки, все. Прямо в меня ГПш, мужики, попадайте по нему. Прямо в меня, говорит, ГПш, слышишь? Он в камнях сидит там. Да, да, я понял. Слева от тебя, ровно слева от тебя за камнем. Слева от тебя. Кто там у него стоит? Прям снизу смотри. Бил? Да. Раз. Еще один возможно. Прям под тобой. Бери КВХ, они сдвиг сделали. Так, Грек минус. Тогда трейд получается. Джимми? Слушай. Ты убивал уже, да? Да, я там убил. Так, у меня Либерон. Это Либерон был с СВД. Тут, походу, хард. Алло. Машина. Софа. Алло, алло. Чё, за горой, что ли? За горой, походу, не слышит. А, едут они, все нормально. Эти чисто короткими сделали. Мы уехали 300 метров. Слышно, что-то походу. А, ну хотя бы не быстро, понятно. Все равно. Так, готовимся. Быстро разваливаемся по разным сторонам сейчас. Смотрю запад. Сейчас мы наших дождемся, плацдарм пока устроим им. И пойдем потихоньку. Кажется, вижу, бегают. Да, ходят по городу.
На востоке от нас по городу ходит, по Харке. А нас вообще, походу, не знает, спокойно там гуляет. Дайте метку, что там враг. На хранилище есть что. Хранилище, я тебя... Так, это вы подъезжаете? Я еду. С северо-запада, не-не, северо-запад. Туту? Возможно. Походу. Пошел встречать. Врубайте движок, как будете подъезжать. Я не вижу его пока. Ты видишь? Может быть, надо. Уезжай, уезжай. Если видишь, работай. Все уверен. Беги, актер! Хорош! По актеру огонь! Ложись, ложись! С домов, 250, 250 с домов. Убил его, убил его! Там хорош. Две бочки. Две бочки там такие стоят. Нет? Да. А чё, ты разве не взорвал его? Ну он не взорвался, он дым кинул. Нет, я ему здорово выбил, походу. Я ему прям жопу саданул. Я в дыму не вижу его. Да! Парень, чё это такое? Да, я не встречаю здесь, блядь. Шайтан живой? Шайтан? Раненый. Или убитый? Сейчас проверю. Живой, живой. Софи нужна. Сейвите шайтана. Актуально? Кто его потушил? Танк. Ну, живучий. Это где-то с 320 где-то стреляли. Живой. Это был танкист. Он был справа от дымов от танка. Так, на моей метке СВД, если что, актуальный. Я, наверное, заберу РЦО от тамбо. Так, по мне летит, я отхожу. Шайтан, схожу. Вижу в городе типа на 90 щелкает. Пулеметчика забрали, нет? Минус. Уберите метку, уберите да. Синюю метку. Все? Вижу, едет. О, хорошо, спасибо. Два КамАЗа едут к танку. Блин, надо быстро добирать его. Быстрее туда, идите туда. Не прикрывает с севера КамАЗ, этот танк. Тупо контролят пулеметами. На юге развернулся. Да-да-да. Это ремонтный, походу. Это ремонтный. На хранилище убил чел. Так, крыша, которая была? Да, он спрятал, я его добил. Так, я западнее смещаюсь, попробую оттуда достать. КамАЗ встал, КамАЗ встал. Вертуха по нему жмет. Пацан. 700 метров до хранилища. Может, он танк доработает так же? Это танк работает, кстати, да? Ладно, он по вертуху попал с танка? Да. Хереть. Надо прикрытие сейчас, надо выбивать танк. Кто со мной рядом тут отходит? Морис, ты? Да. Так, я пошел, попробую. Мы на запад пошли? Да, мы западнее чуть прошли. Он пытается ремонтировать уже. Я к вам. Шайтан на нашу сторону смотрит. Не рискуй пока. Он в башне вертит. Да прямо перед нами пех 100 метров за белым сарайчиком. Понял.
ХЗ. Бэха первая. Или что это? Или бэха. А, это же петух с... петух с... с горящей хуйни. Ой, это он со смава стреляет. Я его снял. Да, у нас шейтан минус прям в него залетел. Он живой, слышишь? Шейтан живой, он живой. Я иду к нему не трочу. На метке он минус. Этот пожар живой. Алло, 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 я живой. Иди добивай. Блять, у меня танки, скорее всего, контрить. Морис минус. Я живой, бля, какой минус? Вы проверяйте, ребята. Я же говорю, он живой, Джим. Бля, прости. Весь ранен, по помощь надо срочно. Шейтан, актуально, поставь. Блять. Надо Морис тогда включать. Ставлю метку. Софи, видишь синюю линию? Справа от нее на дроне. Актуальный. Бежись. Левую руку мотаю. Я тоже. Ну, ладно. Танк, торс мотаю. Давай, давай. Движок этот чинится у танка полчаса, да? Ну, где-то. Гранаты. Ползти. Не туда, не туда, на юг, на юг, на юг. На юг уходи. Короче, похуй, да, не скину. Нас контролит, Серпов, уходи. Убил. ДВшник был. Красавчик. Кто у меня за горкой? Кто? Кто на горке? Блять. Семерка, ты? Семерка, ты? Я, да. О, я у тебя, бля. Да. На Джиме минус. Можешь по домам отползти? Серпо. Серпо в минус. Понял, мы с тобой вдвоем остались. Нашел еще одну трубу. Это у нас последний шанс. Блин, по мне. Ногу пробили. Я не подойду никак, я за домом. По мне ПТУР. Я жив. У меня прям рядом такое ощущение. Высота 1700. Второй. Высота 1700. Блядь. Четвертый. Пятый. Кость, сегодня вышли? Нет. Шестой. Кто разбился, тот Филипп Киркоров. Восьмой. Девятый. Right.
ты раскрылся. Ну, чё, на меня... Метка Софи, пехота, техника, пишите, я вас не слышу. Или передавайте, кто ближе. Зушка по вам. Вижу. Вдоль берега прямо идет, прямо четко вдоль берега. Актер там минус, что все? Нет. Актер живой? Живой, живой. Прям по берегу. Еще колонна, колонна, парни, быстро берег. Шишига идет. Шишигу, шишигу. По железной дороге. Клавишу отпустите, кто там держит. Если актер был в упор с Зушкой, я его походу ранил. Он сейчас встанет, скорее всего. Кто проверит шишек? Софи, проверишь? Я прям понял. Кто работал? Я добивать пытаюсь. Я не буду РПГ тратить, сейчас слишком мало. Живой, живой. Все, я берег. Сорян, актер, я бы тебя попал. Че, никто не проехал, да? Вот теперь убили актера, надо сдвиг делать. Сдвиг давайте. Я не знаю. Там актера убили, он там остановил Зушку. Файтер, на той стороне у нас техника была, ты не видел, они не Шилку, точнее, он остановил. Не знаю. Там пехотинцы.
гостиницу техники на пляже. Я просто слышал информацию. У которой? Это Файтер, наверное? Да, я достаю. Так, там у них завелась ЗУшка без колес. К Берингу подкатывается. Там где-то стрелка убил? Правее, ближе на метров 500. А, там четверён на эту. Убил. А по берегу две техники выбиты. Это... Там еще идут по берегу. Вижу пехоту. Потушили 2-3. Так, пех колы возле той хуйни банды. Или как он там называется? Да, его чинит. Ага, вижу, сел в нее, падла. Поехал, нихуя. Ну, встречайте, прям на вас идет. Так, мне нужны патроны. Гоголи патроны, я тебе на метку гнул. У меня есть. Фишер. Панцирь фишер. Едет вдоль да, берега. Я вижу. У меня ПК есть, слушай. Вам из леса летит, да. Хорош, хорош. Дашь контроль на ему? Он у меня за елкой. О, отлично. Отличный способ следить за информацией на канале – это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.